Алмалыкский горно-металлургический комбинат на протяжении ряда лет сотрудничает с компанией Zeppelin International AG, официальным дилером техники компании Caterpillar в Узбекистане, частью немецкого концерна Zeppelin GmbH, крупнейшего мирового дилера Caterpillar в Европе. Сегодня в подразделениях комбината успешно эксплуатируется дорожно-строительная горная техника. Предприятие заинтересовано в подготовке собственных специалистов, которые обеспечат бесперебойную работу этого оборудования. В связи с этим между алмалыкским филиалом НИТУ МИСИСЭК и компанией Zeppelin Central Asia Machinery 31 мая был подписан меморандум, предусматривающий сотрудничество в сфере образования, науки и подготовки специалистов. Кроме того, обсуждался вопрос стажировки студентов вуза на предприятиях, где эксплуатируется и обслуживается техника Caterpillar. Также планируется создание научно-образовательного центра в алмалыкском филиале университета. Этот центр будет оснащен по последнему слову техники. В центре планируют осуществлять переподготовку и повышение квалификации специалистов в области горного дела и металлургии, в том числе практическую и лабораторную подготовку студентов и сотрудников АГМК. К обучению будут привлечены специалисты Caterpillar, а в учебном процессе будет использован лучший мировой опыт.